you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Holy Play. Первый сервер, мы не Кирилл Путбулови. И, чуваки, это первая серия с вебкой, так что с вас обязательно лайки. Снимаю я сейчас через OBS, поэтому может быть шум немного микрофона, потому что не знаю, как это убрать. Может быть, будет шум. Напишите в комментариях, нормальный звук или нет. Если будет нормальный, то я дальше буду продолжать снимать с вебкой. Я понял по вашим лайкам то, что вам понравилась идея, то, что я снимал, сколько зарабатывает мафия. И сегодня решил снять видос, сколько зарабатывает ОПГ. Поэтому с вас обязательно лукасы. И давайте сегодня посмотрим, сколько зарабатывает ОПГ. Хочу сказать сразу то, что лидер есть сейчас только в ОПГ Орехах. То есть, где я сейчас нахожусь, в ОПГ Орехах только есть лидер. А в ОПГ Южном и ОПГ Солнце нету лидера, поэтому может там денег не быть. Я не знаю на самом деле, но сегодня все равно мы посмотрим ОПГ Южное, ОПГ Солнце, ОПГ Орехи. Сколько у них лежит денег и, предположим, сколько они зарабатывают. Итак, первое это у нас общак, вот видите. Здесь у нас 840 тысяч. 840 тысяч у нас здесь, в принципе, лежит. Не знаю, лидер снимает или нет, но... Пока что каптов нету, потому что нету лидеров других ОПГ, поэтому каптов нету. За каждый капт, который мы выиграем территорию, в общак капает 20 тысяч, чтобы вы знали. Я сам недавно об этом узнал и говорю вам, в принципе, в общак, если мы закаптили там территорию, в общак дается 20 тысяч за то, что мы выиграли. В принципе, сейчас мы поедем в другие ОПГ и будем там смотреть, сколько там денег лежит. Узнаем больше, меньше, в принципе, посмотрим. Ну а с вас обязательно лукасы, реально с вебкой, я снимаю давно, никогда я с вебкой еще не снимал, тем более по мазингу. С вебкой я снимал когда-то, но МТА, а именно по мазингу я никогда с вебкой не снимал, разве что стримил. Поэтому поддержите лайками, если вы хотите, чтобы я в дальнейшем снимал с вебкой. И напишите обязательно, какой звук. Мне реально интересно, какой здесь звук. Ну что ж, погнали дальше. Минуточку внимания. Хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес это столовая в ПГТ Батырева. Найти его можно через GPS, 6 раздел и 9 бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырева Юность. Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные. Вход, конечно же, бесплатный, буду ждать всех, приходите в мою столовую и кушайте. Так что, обязательно, приходите в мою столовую, не пожалеете. Стали под видосом, типа, где я снимал про итальянскую, ну, про мафию, короче, снимал. Типа, что, ой, лидеры не могут снимать деньги, чуваки, все, им можно. Вы писали, типа, им можно снимать деньги, когда только администратор разрешит. Чуваки, это неправда. Им можно снимать эти деньги, так само в ОПГ. Я это прекрасно знаю, потому что я и был в ОПГ девяткой, и был в мафии девяткой, пацаны. Я все это знаю. Лидеры себе покупают машины, не буду говорить, что именно, но они снимают и тратят эти деньги исключительно на себя. Не все, конечно, но многие, понимаете? Поэтому я знаю намного все лучше вас, потому что если бы я не знал ничего, пацаны, я бы это видео не снимал, думаю, вы сами понимаете. А так я знаю, у меня есть информация, поэтому я решил рассказать вам, показать, сколько же зарабатывает мафия, и теперь показываю, сколько зарабатывает ОПГ. Сейчас мы посмотрим, сколько у них тут денег лежит. Так, заглушим машину и пойдем забежим внутрь. Это у нас ОПГ Солнце. Посмотрим, сколько у них в общаке денег лежит. Или лежит там вообще что-нибудь. Так, заходим. Заходим. И... О, здесь уже побольше. Здесь уже лежит 3 миллиона 266 тысяч. Это довольно-таки круто, пацаны. 3 ляма. 3 ляма. По сравнению, конечно, с мафией у них меньше денег. Но здесь лежит 3 миллиона рублей. Понимаете? Это довольно-таки неплохо. Поэтому... Мафия все-таки 18% территорий. Ну, конечно, если бы ОПГ Солнце, ОПГ Южное уже работало, мы бы уже забрали все проценты, понимаете? Но так пока что нету лидеров, поэтому нечего забирать. И мы просто
Ждем, пока посад лидеров, уже тогда будут капты. Так что тачки провалились, малеха. Сейчас мы идем в последнюю ОПГ, это ОПГ Южная. Ну, пока что в солнце больше всего денег лежит. Посмотрим, что нас ждет в Южном, в принципе. Доезжаем до Южного. Сейчас заедем в ОПГ, посмотрим, сколько у них там денег. Ну, в ОПГ Южном, мне оно не очень нравится. ОПГ Южная. Я был в ОПГ Солнце, в ОПГ Южном был, но недолгое время. И в Орехах я часто бывал, на самом деле. В Солнце я дошел до восьмерки. Да. Это просто фейл. Реально эпик фейл просто. Реально я не ожидал, что, блядь, откуда-то возьмется ёбаный поезд, блядь. Это пиздец. Ну ладно, пешком добежим. В принципе, недалеко нам бежать, как бы. Хотя, может, нас кто-то подвезет, но... Это не точно, конечно, я думаю, да. Никого здесь нету. Что-то движения здесь особо нету. Все туда ездят. Через дорогу дальнобойщиков, так сказать. Нам, ну, до туда добежать нужно. Еще немножко осталось, поэтому... Сейчас добежим, посмотрим, сколько у них там бабла лежит. Так, меня сейчас могут наказать за то, что по дороге бегаю. Так, будем на обочине бежать чуть-чуть, не мешать никому. Чтобы мы никому не мешали, чтобы нам никто не мешал, в принципе. Так, давайте сюда перепрыгнем. И побежим к ОПГ. Банихоппи, к сожалению, нельзя. Ну, блин. Я считаю, банихоп это не такая уж плохая вещь, в принципе. Да, в жизни вы там не будете... прыгать, блядь, 1 километр. Но, блин, в игре это очень полезная вещь, как по мне. Это реально очень полезная вещь. Так, вот мы уже добегаем. В принципе, осталось совсем немного. И мы уже будем на месте. Мы уже будем на месте. Так, ну тут, видите, тоже лидера нету. Все машины на месте. Как бы ждем лидеров. Хотя, блин, уже неделю, понимаете? Уже неделю нету ни лидера ОПГ... Юшки, не ОПГ Солнце. Они по СЖ ушли вроде бы как. Но это реально пиздец. Ну реально это полный пиздец просто. Так, вот здесь, по-моему, да. Сюда спускаемся. Так. И посмотрим, что у них тут по общаку. Давайте быстренько глянем. Так. О-о-о. Здесь у нас уже побольше. 4 миллиона 710 тысяч, пацаны. Ну вот это уже победитель, в принципе, наш. У кого самое больше денег? В нашей ОПГ меньше всего денег. Ну потому что, когда были капты, выдавали зарплату. Ну и, видимо, не знаю, может это админы пополнили, конечно. Видите, у них 14%. Но у нас, видите, красное это наше все. Мы уже почти себе забрали, ну, Батырева. И Юшку начинаем потихоньку забирать. Ну, видите, лидеров нету, поэтому... Ну, мы не можем никак отбить все территории. А так бы уже давно, я думаю, отбили бы. Ну, конечно, почти 5 лямов, чуваки. Ну, конечно, это не как у мафии было, но все же... Довольно-таки неплохие суммы. Да, конечно, у нас меньше всех, но, наверное, из-за того, что... У нас есть лидер, как бы... Он выдает зарплату. Не всегда, конечно, скотина. Надеюсь, этот видос не видит, конечно, но думаю, видит, конечно. Ну, ладно. Так, я что-то заблудился, пацаны. Я заблудился. А, во, выход, вот здесь. Вот здесь выход у нас. Ну, вот такой вот, в принципе, был видосик. Я для вас постарался. Показал все, что я знаю, рассказал все, что я знаю, в принципе. Ну, решать вам, кто больше всего зарабатывает. Ну, понятно, что мафия рубит больше баг, потому что им капает с бизнеса финка. Ну, а ОПГ, ну, более такой, знаете, проще, попроще немного. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лукасы. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.